2 декабря музей-заповедник «Горки Ленинские» и Ассоциация театральной недели приглашают на детский кукольный спектакль «Кто украл огни на елке?» Начало в 12 часов. В Центральной районной библиотеке 2 декабря пройдет молодежный фестиваль авторской и самодеятельной песни «Многоголосие». Мероприятие начнется в 17:00. Также в субботу, 2 декабря, около стадиона «Металлург» пройдет районная военно-спортивная игра «Отчизны верные сыны». Поболеть за участников приглашаются все жители города и района. Начало мероприятия в 10 часов утра. 2 и 3 декабря состоится открытый Кубок Ленинского района по тяжелой атлетике среди юношей и девушек от 12 лет и старше. Спортивные состязания начнутся в 12 часов и будут проходить в клубе «Богатырь» и в спортивной школе Олимпийского резерва «Олимп». Заключение кино в кинотеатре «Искра». Зрителей ждет сразу две киноновинки – фантастический триллер испано-французского производства «Атлантида» и новый приключенческий мультфильм российских режиссеров «Колобанга. Привет, интернет». На бескрайних просторах всемирной паутины в городке Колобанге беззаботно живут ничего не подозревающие смайлы-колобки. Они помогают мальчику Антону передавать эмоции в письмах, а в свободное от работы время отрываются по-круглому. Но однажды в городе происходит несколько таинственных событий, и становится понятно – коварные и могущественные силы хотят поработить интернет. Смелые друзья Челка, Колобок и Умник встретятся с пришельцами, посетят заброшенный сайт, побывают в карантине и столкнутся лицом к лицу с армией правителя ФИДа. Удастся ли им спасти интернет, находясь на краю пропасти, Колобанга покажет.